Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Доброго времени суток, наши уважаемые интернет-радиослушатели. Радиостанция «Сангейс» приветствует вас сегодня в нашем неизменном прямом эфире. В передаче «Терра Инкогнита», которую ведет ваш покорный слуга Владимир Гершанов. А также наш сегодняшний замечательный гость, точнее гости, две очаровательные девушки. Одну из них зовут Ангелина. Она у нас является специалистом в области рунологии и тарологии. А вторая девушка – это известная российская телеведущая и просто хороший человек Виктория Гончарова, которая у нас сегодня выступает в качестве испытуемого. Здравствуйте, Ангела, здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, очень приятно. Привет, Вов. Да. Рада слышать спустя неделю. Да. Да. Итак, у нас сегодня очень интересная передача. Мы сегодня будем, как всегда, разговаривать о рунах. Мы будем разговаривать о картах Таро, о их свойствах и конкретно, как они работают. То есть нет ничего лучше, чем конкретная практика, что мы сегодня в очередной раз с Ангелой и докажем. Правильно? Конечно. Пару слов об Ангеле. Это человек, который владеет магией скандинавской, человек, который понимает достаточно в рунах и в картах Таро для того, чтобы рассказать о человеке, наверное, почти все. Итак, Ангела, еще раз, расскажите в двух словах буквально о себе, потому как лучше, чем вы сами, вас, конечно, никто не представит. Конечно, Владимир. Ну, я, значит, занимаюсь 7 лет рунической магией. В принципе, как таковой магией Таро, раскладами, диагностикой людей, ритуальной магии, соответственно, это руны, скандинавские футарки, да, всевозможные, это старшие и исландский футарк, а также глифической магии. Вот, это глифы, это работа с графемами, все, что связано с графической и начертательной магией. Вот. Ну, а также, естественно, различные сюда же входящие ритуальные действия, как то чистки, гармонизация отношений, ритуалы и обряды на успех, на процветание, на удачу и так далее. То есть это бесконечные, там можно перечислять все виды работ. Да? Подведем итог. Ангела у нас практик, она владеет картами Таро профессионально, она владеет рунами профессионально, и она помогает людям узнавать о себе что-то новое или постигать путь, или открывать будущее. Я прав? Да, открывать каналы также жизненные и пути дороги, да. А Виктория, пару слов о вас, пожалуйста. Ну, во-первых, я мало чего поняла из Ангелиных слов. Хорошо, что вы перевели, спасибо вам за это. Потому что я немного далека от этого, зато я близка к телевидению, непосредственно к российскому, к нашему, к музыке замечательной, также к нашей, отечественной. Потому что я работаю на музыкальном телеканале. Найс. Да, я журналист. И, ну вот, собственно, пару слов я и о себе и сказала. То есть, Виктория, мы с вами коллеги, как я понимаю? Да, мы коллеги. Вот. Ну что ж, замечательно, Виктория. И сегодня мы вас узнаем побольше, поближе. Под микроскоп вас сегодня поставим. Поближе узнать. Да. И немножко вас рассмотрим, если вы не против. Я стою перед камерой несколько часов в сутки каждый день, поэтому рассматривать меня это не будет. Ну, надеюсь, в вашей студии софит не очень горячий. Да, ну, просто я сам несколько лет работал на телевидении, но на старом телевидении, поэтому я знаю, как оно бывает вообще. Сегодня другая студия, нежели как было раньше, поэтому, собственно говоря, я так шучу, да. То есть у вас сегодня, в лучшем случае, как бы, да, K4 и зеленый фон. То есть все, а раньше это были пленочные камеры, большие софиты, так все. Все по-другому.
Был дух. Окей. Итак, Виктория, задавайте, пожалуйста, свой вопрос Ангеле, и она сейчас возьмет инструмент, с помощью которого ответит вам на любые вопросы, потому как отвечает не сама Ангела, а отвечают боги, которые... Ну, подожди, боги — это на рунах. А я не знаю, какой инструмент. Смотри, какой инструмент возьмешь. Сегодня, да, кстати. Поговорив немножечко предварительно с Викторией, я поняла, что это все-таки будут Таро, потому что тут много деталей придется уточнять. Руны, я же уже говорила, это более философский расклад. Мы делали, в прошлый раз моя клиентка, не знаю, правда, эфир выйдет, не выйдет, это, в принципе, уже не важно, главное, что клиентка осталась довольна. Поэтому... Ну, ладно. Сегодня мы, наверное, мы можем, в принципе, совместить и то, мне это вполне привычно. Итак, Ангела, мы берем сейчас карту Таро, да, и начинаем нашу волшебную магическую работу. Итак, Виктория, сконцентрируйтесь, пожалуйста, на вопросе и задайте его как мысленно, так и физически. Ангеле, о чем бы вы хотели узнать? Вот подумайте, сконцентрируйтесь на вопросе и начали. Значит, он у меня такой, немножко с предисловием, так как я работаю в специфической сфере, в сфере шоу-бизнеса, люди там разные встречаются. Да уж. И знаю я не понаслышке о том, что кто-то очень активно распускает так называемые слухи, которые действительно вредят моей работе. Вот, и если можно посмотреть, кто это хотя бы как-то, одним глазком, хоть с каким-то намеком, то посмотрите, пожалуйста, а дальше я буду действовать уже лично. Вот такой прямой вопрос от Вики, этими словами, кто же мешает, да, кто же делает вред, приносит, то есть... Первый вопрос я уточнила, в принципе, есть ли такая ситуация, распускают ли вообще, да, есть маг, какой-то игрок, манипулятор, и этот игрок явно мужчина, судя по карте. Так, то есть это некий опытный товарищ, которому интересно тебя, возможно. Сейчас дальше посмотрим. Ангела, а вы карты сразу показываете, потому что некоторые... Что его интересно, да, естественно, сдвинуть себя с места, потому что это деньги. Угу. А какой-то мальчик, какой-то конкурент, возможно, твой партнер именно по телевидению в плане... Другие программы, да, потому что тут заинтересованность, я спросила мотив его, это деньги. То, что тебя убрать, и он надеется за счет этого больше зарабатывать, может быть, больше получать. Как это так? На секундочку. Какая жалость у меня. Ну да, опять видишь, да, опять клепают. Хотят склепать какое-то дело, восьмерка пентаклей, что-то выдумать, что-то так. Ну, если целенаправленно делается, чтобы, знаешь, чтобы... Навредить. Возможно, сменило что-то, да. Как-то так. Мне кажется, вот оттуда все идет. Виктория, где вы работаете? Какой телеканал? Какая программа? Russian Box. Еще раз, я прошу прощения. Russian Music Box. А на каком телеканале это выходит? Передача? Это название канала Music Box. А, извините, я просто... Российская музыкальная шкатулка, если в переводе, да. Я понял, то есть это такой целый канал, да? Да. Это кабельный канал, он выходит в сети. Но это группа телеканалов Music Box, там есть три канала, вот я работаю на одном из них, который Russian Music Box, то есть непосредственно российская музыка. Это вас где можно смотреть? Это по телевизору или в интернете, или как? Есть и по телевизору, есть и в интернете, как хотите. Как вам угодно. Ага, понятно. Хорошо. О чем у вас передача, так, в двух словах? О музыке. Есть новости, есть прямые эфиры, есть записи, то есть, на самом деле... А вы корреспондент или ведущая? Я и корреспондент, и ведущая. Ого. То есть, все сразу. Все сразу. Ну, а что там? Ну, да. Понятно. Хорошо. У вас есть какой-то еще, Виктория, вопрос к Ангеле? Да, конечно. Задавай. Ангел, раз ты сказала, что там что-то хотят мне сдвинуть, да, сместить, убрать, условно говоря. В принципе, тогда такой вопрос. Когда? Сейчас я попробую сформулировать наиболее. Вы сначала мысленно, понимаете, задайте вопрос картам, а потом задайте вопрос Ангелине. И тогда они уже синхронизируются, и карты вам скажут наиболее точно.
Ага, то есть вот эта вот минутка, секундочка Давайте, молчания. давайте, давайте. А я пока скажу нашим уважаемым радиослушателям о том, что на нашей волне Сангейтс Радио сейчас происходит очень интересная передача, в которой выступает Ангела Грант. Ангела Грант. Рунолог и таролог, человек, маг, человек, который разбирается в скандинавских богах и знает хорошо мифологию, видимо, Скандинавии тоже, да, которая, кстати, совсем ей не помогает в картах, потому как, когда она берет в руки карты, она занимается непосредственно магией. И к мифологии эта магия не имеет ни малейшего отношения. Скандинавская точно. Я задала, я готова. Итак, и сейчас я объявлю телефон прямого эфира 847-226-9956 для наших уважаемых радиослушателей. Звоните нам, пожалуйста, в абсолютно прямом эфире. Можете задать любой интересующий вас вопрос нашей замечательной ясновидящей, пророчице, гадалке и т.д. и т.п. Итак, а теперь ваш вопрос, Виктория. Задавайте. Ангела, когда реализуется проект по работе мой, ну, о которых знают карты? О котором догадываемся только мы с тобой вдвоем, да? То есть мы не будем его озвучивать, чтобы не сглазить флёр этого проекта. То есть ты загадала весьма конкретный, да? Ты для меня сейчас скажи. Да. Когда он реализуется, в течение каких сроков? Да. Ты знаешь, от 5 месяцев, тут несколько растянуты. Пятерка, а мы карты показываем, пятерка, показываем, что у нас пятерка там. Пятерка пентаклей тут вышла, и ты знаешь, сейчас дополнительные выложу еще 2. Тяжело, Вик, может быть, это не то, ну, может быть, в конце поможет какой-то молодой мужчина. Паш, да, совсем, обратись к коллеге, обратись к нему, но одной будет тяжело. То есть это 5-10 месяцев, то есть 5 идет как по времени от 5, но тут еще женщина очень судрученно стоит. И также на следующей карте это 10 жезлов мужчина, который вот так просит помощи. Ну, это вот от года, то есть тебе нужно искать поддержку, чтобы реализовать. Вот, понимаешь, тут очень тяжко все, сложно. То есть это связано с какой-то с программой, я так понимаю, да, с чем-то, ну, что да. Ты хочешь сделать сама. Теперь представьте себе, у меня заработало видео, Виктория, я вас вижу. Соответственно, да, соответственно, все наши уважаемые радиослушатели вас видят тоже. То есть оно все-таки насосало это видео, и теперь мы имеем картинку. Слава Богу, да, слава Одину, да. И как говорят наши арабские корреспонденты, коллеги, иншалла. Итак, какие-то еще вопросы? То есть долго, да? Мы этот вопрос мы закрыли, правильно? Ну давай, если есть уточняющие вопросы, спрашивай, что как. А есть, может быть, покажет он сферу, которая мне тогда будет давай. Ближе, близко. Может быть. Так, близка сфера именно в области телевидения, но какого жанра, да, ты имеешь в виду? Управление, да. Смотрим в камеру, вы же все-таки в кадре. Мы сейчас это потом выложим в YouTube, и десятки тысяч людей это все будут смотреть. Вы понимаете? А у нас радио американское, нас смотрят. У нас тут только более 2 миллионов одних русскоязычных в одном Чикаго. Так что смотрим в камеру и улыбаемся. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем, да. Итак, Ангела, вы получили вопрос. Я имею в виду... Ты говори. Что ты имеешь в виду, Вика? Я имею в виду, смотри, я могу назвать, это может быть общественно-политическое направление, это может быть та же самая культура, да, там музыка и театр и все прочее, кино, и пусть это будет отдельным каким-нибудь... И теперь сам вопрос, и теперь сам вопрос надо сконцентрировать. На три вопроса, она уже задала вопрос. Да, ты поняла, да? Первое. Второе. Третье. Так. А ты знаешь, Вика, тут все, что ты хочешь. То есть, получается, первое, да, ты будешь ездить по миру, освещать этот мир, если тебе это нравится. Тут идет глашатай, суд, то есть ты как...
глашатай над миром, то есть ты освещаешь события. Второе, у тебя это полюбовно, тебе это приятно, удобно, ты привыкла. Ну, это любовники карты, это то, что ты уже срослась с этим, по сути. А третье, тебе это тоже интересно, то есть у тебя вполне может получиться, но опять же тут... Слушай, тебе нужен партнер, уже второй раз выходит. У тебя есть какой-то парень-партнер, либо молодой человек, который вот, движок такой же, оператор, возможно, вот что-то такое. Потому что, смотри, на двух картах тут любовники, а тут двойка кубков. Опять тебе нужно это делать с каким-то мальчиком, с каким-то продюсером, если это будет своя программа, с каким-то режиссером, да? Который... Так давай же тогда зададим встречный вопрос. Кто-то это? Есть. Да, ну то есть, может быть, он есть уже в моем окружении. Есть ли в моем окружении человек, который может... Ой-ой-ой. Ты уже задаешь вопрос, у меня карта сама падает. Это двойка жезлов. Это тоже молодой человек, который тоже задумывается о мире, о проектах и вот куда я показываю. Ты понимаешь, да? Скорее всего, да. Присмотрись. Кто-то за... Да, есть. Он очень умный, то есть у него... Вот если, обращаюсь, если этот человек это потом посмотрит, мне будет гораздо легче, нам будет с ним гораздо легче реализовать это, если он выйдет ко мне на связь. Конечно. Ну что ж. Я думаю, это очень универсальный эфир, то есть мы делаем свое дело, ты делаешь свое дело, мы еще помогаем устраивать... Каждый делает свое дело. Мы еще помогаем устраивать карьеру тут правильно, в общем, все... Отлично. И вообще, боремся за мир во всем мире, потому как передача-то у нас получается американско-российская, то есть то, что мы сейчас делаем, налаживаем международные связи. Отлично. Да, однозначно. И мы передаем привет огромный вот нашей радиостанции «Сангейтс», единственной радиостанции в мире, которая вещает без рекламы и без политики. На чем мы выживаем, мы только одни знаем. Вот, 24 часа, 7 дней в неделю мы вещаем. Только интересные всевозможные вещи про Лхасу, про Тибет, про Индию, про НЛО, про магов. То есть все самое интересное. Это такое, так сказать, РЕН-ТВ-радио, если так можно сказать. Вот, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки мы постоянно вещаем на sangeetsradio.com. Слушают нас очень много людей, потому как у нас нет ни рекламных пауз, не политики, говорю еще раз, поэтому да, вас увидят теперь все. Все интересующиеся данной темой. Потому что если вы наберете там какие-то вещи, типа радиостанция или телевидение, информация о потустороннем, тут же выскочим мы. Итак, уважаемые друзья, хочу еще раз напомнить, что на волнах радиостанции «Сангейтс» у нас сегодня происходит передача «Терра Инкогнита» и иже с ней Ангела Грант, маг, рунолог, таролог и просто хороший человек, а также Виктория Гончарова, коллега по шоу-бизнесу из Стольного Града, Москва. Правильно? Да. Вот. А есть еще какие-то вопросы у вас, Виктория, к нашему замечательному рунологу энд тарологу? Раз такая возможность. Давайте... Просто случаем хочу, да? Да, перейдем с темы работы на тему животрепещущую, на тему личной жизни. Так. Мы можем это сделать? Можно. Да? Можем сделать. Ну, такой вот банальный вопрос. Ангела, скажи, пожалуйста, ну когда же уже в мою жизнь придет тот самый, наконец-то, и останется в ней до конца? С белыми конями или просто? Да можно же без, честно говоря. Я вам даже скажу, без коней, но лучше. Знаете, я вам короткий анекдот расскажу такой, он вполне эфирный себе. Девушка звонит в скорую помощь и говорит: здравствуйте, моему мужу нужна срочная медицинская помощь, будьте любезны, приезжайте, пожалуйста, дает адрес. Врач говорит: да, конечно, сейчас едем в диспетчер, а какие симптомы? Да, говорит, по квартире скачут белые кони, а он их не видит. Вот. Так что лучше без коней все-таки. Итак, Ангел, что говорят карты? Вообще что-то говорят. Карты говорят, что барышня наша уже давно готова, то есть там как императрица вальяжно ждет своего принца, как королева кубков готова любить. А девушка созрела, да? Девушка созрела. Ну, я сейчас сразу скажу, мы предварительно минут за 15 звонили с Викторией, у меня выпадала, я не стала повторять этот же вопрос, по срокам у меня выпадала карта семерка жезлов, это в течение 7 месяцев, да, сейчас выпадает маг, ну, то есть 7 месяцев в год примерно человек придет, то есть по срокам, да, то есть, Виктория, активно ждем человека.
Скажем так, активно ждем и делаем, усиливаем. Маша, мы улыбаемся. Усиливаем вибрации, загадываем и не паримся. То есть загадывай то, что ты хочешь, и оно придет. Но настолько, насколько придет, кто это будет, в принципе, мы можем посмотреть, но смотри сама, чтобы тебя потом слишком не верить эти прогнозы, потому что реальность, она, ты же понимаешь, даем на полгода, на год, да, но ты сама можешь менять реальность. То есть у тебя может быть несколько кавалеров, ты можешь выбрать из одного, у тебя может быть там какой-то один, бат, ты влюбишься, или вот ты понимаешь, ты сама тут формулируешь дальше. То есть я пока человек не встретился, я не могу сказать, выйдешь ты за него замуж или не выйдешь. Давайте, пожалуйста, задавайте свой вопрос Ангеле, если он у вас готов и сформирован. Так сначала. Я послушала вас, и у меня вопрос, собственно, похожий. Стоит ли, не то чтобы стоит, а что нужно делать, чтобы ускорить процесс, вот, который там от 5 месяцев до года или еще больше? Или же не нужно его трогать, и оно само придет? В плане личном? В плане работы. Проекта. Да. В плане проекта. Вообще, чем заниматься-то эти 5 месяцев? Ну смотри, тут, если даже ты его напишешь, тут будут рассматривать продюсеры, в данном случае тут олицетворение их или людей, это король мечей, конечно, как под микроскопом, оно не оно, затягивание, то есть это вот такая долгая позиция, аккуратнее каких-то, опасайся некорректных, некрасивых, хитрых действий со стороны. Угу. Этих самых, возможно, людей сейчас, подожди. Со стороны кого? Дурак. Кстати, да, может, из прошлого кто-то... Там шут вылез? Да, то есть, возможно, это человек, который может ее случайно, ненароком подставить из прошлого. То есть, опасайся, может быть, ищи действительно нормальных партнеров, покровителей партнеров, которые... не побегут делать подлости за глаза, то есть не побегут там продюсеры без себя что-то предлагать, да, то есть тут знаешь, как совет, скорее, исходя из этим картам, регистрируй все это, на по-хорошему, чтобы, собственно, авторство было. Браво! Понимаешь, да? Браво! Потому что в дальнейшем, если не будет, или соавторство, то есть уже что... Проект никуда не пойдет, если, допустим, ты расходишься со своим другом или партнером, с которым вы его делаете, к примеру. Хорошо, а если с другой вообще стороны, если пойти на... Короче, давайте так. Когда произойдет смена канала? Вот, и вообще, нужна ли она, собственно, так? Смена канала? Да. А куда вы хотите? А на какой канал Виктория хочет? Телеканал. Я на Москву-24. А почему? Например. Очень нравится. Нравится подача, нравится Окей. контент, нравится, как они работают. И какое-то время я внутри всего этого варилась, даже работала, но просто не тем, кем хотел. Я продюсировала, а, собственно, хочу работать в кадре, хочу писать. Ангела, вот. Что говорят карты? Ну, знаешь, Виктория, сейчас вроде ты стремишься, да, по колеснице, и на всех парах, ну, как будто вот закрыто, да, и если будут какие-то предложения, то незначительные. Паш, куб побольше, обещания, разговоры, и пока нет. То есть пока нет. Что-то другое. Возможно, это просто у тебя флёр, вот что такое внешнее понравилось, а что там внутри? Ой, спрошу... По деньгам, кстати, там специалистам твоего уровня платят, ну, так себе, совсем, вот умеренно. То есть я не думаю, что это прям твое. Какие карты-то оказывается? То есть это не тот канал, на котором нужно делать заоблачную карьеру. И ты знаешь, мне вот сейчас, секунду. Вика, ищем себя, то есть иными словами, ищем себя. Ты знаешь, да, мне даже себя. Вот сейчас я уточнил для себя вопрос, вот даже вот твой Russian Music Box или аналогичный музыкальный канал тебе
принесет больше, вот, ну, судя по... Чем вот, вот Russian Music Box? Вот что Russian Music Box дает в плане популярности, в плане медийности, известности. То есть они, ну, не Russian Music Box, а Москва. То есть они вот как-то в своей нише, их мало кто, в принципе, мне кажется, даже музыкальные каналы смотрят больше. Ну что ж. Попробуй, может быть, Life News как вариант. Ты знаешь, там... Ну, я еще туда попробую попади для начала, в этот Life News. Так, у нее и внешность есть, у нее все, у нее и медийность есть, и интересная подача материала. Анжелочка, там не внешность нужна, там и не подача материала. Там другие подачи важны, я немножко сталкивался. Что? Что ты? Там очень специфически работают журналисты. Я ничего не хочу говорить. Могу. Да. Нет, там есть отдельные программы, отдельные рубрики и та же самая культура. А почему за кадр? Почему на сюжеты? Может быть, сразу в кадр? Нет, там не все так просто. Итак, уважаемые друзья, вынужден напомнить, что наше время передачи подходит неумолимо, подходит к своему логическому завершению. Радиостанция «Сангейс» благодарит вас, девушки, за то, что вы сегодня были с нами и радовали нашего чикагского, да нет, собственно говоря, не только чикагского радиослушателя, а радиослушателя по всему миру. Мы вещаем в просторах интернета, и нас можно будет слушать, и уже можно слушать конкретно сегодня на Ютьюбе, и да и везде, в общем-то. Вот. Ну, а в прямом эфире, конечно же, нас слушали именно те люди, которые подсоединились сегодня к нашему неизменно прямому эфиру. Итак, с нами была сегодня Ангела Грант, рунолог, таролог и маг. Спасибо вам, Ангела, огромное. Также у нас сегодня была Виктория Гончарова, телеведущая и человек, который крутится в московском шоу-бизнесе, работает в нем и пытается себя найти на этой нелегкой стезе. Что ж, пожелаем ей удачи. Ангела, огромное спасибо. Виктория, огромное спасибо. С вами была передача «Терра Инкогнито», радиостанция «Сангейтс». Я ваш покорный слуга Владимир Киршанов. До новых встреч. До свидания. До свидания.